В Акмолинской области готовится к нашествию саранчи. От крылатой напасти разработан и реализуется целый комплекс мер. Тяжелая артиллерия – это химическая обработка территории. В этом году за счет средств республиканского бюджета обработают более 580 тысяч гектаров. Все работы на контроле акиматов районов и территориальных инспекций. Самый большой объем у нас на сегодня 295 тысяч гектаров в Жаркеинском районе, 229 тысяч гектаров и сельским. На сегодня уже работа по борьбе с саранчевыми начата. Работает 13 дельтапланов, 4 газогенератора работают на сегодняшний день. 35, я говорю, 35 у нас людей обследователи, которые обследовали.